Всем привет! Мы на Шри-Ланке, на самом юге острова, в городке Диквелла. Узнаем, чем здесь можно заняться, найдем лучшие пляжи и лучшие маршруты для самостоятельных поездок. Национальные природные парки и заповедники, уникальные по красоте древние города и храмы – это лишь немного из того, что подарит нам Шри-Ланка. Взвесив все плюсы и минусы, был сделан выбор в пользу городка Диквелла и отеля с одноименным названием. Расположение просто невероятное. Спереди, вплотную к отелю, прилегает большой каменный щит, разбивающий волны океана, а по краям красуются песочные пляжи. Пляж с левой стороны большой, чистый и широкий, с небольшими волнами. С другой стороны пляж поменьше и выглядит намного экзотичнее. Береговая линия узкая, волны доходят прямо до пальм. И, наверное, поэтому никто не ставит на пляже шезлонги. Из отеля лучше сразу выходить босиком, без всего лишнего. Прогуливаться по такому пляжу – одно удовольствие. Отдыхающих здесь мало. Можно идти вдоль берега продолжительное время и не встретить никого, кроме бродячих собак и многочисленных крабов-отшельников. Океан очень теплый и чистый. Несмотря на песочный берег, вода прозрачная. Какого-то мусора замечено не было. Но, конечно, нет ничего идеального. И тут можно выделить большой минус. Купаться где угодно и как угодно не получится. Все из-за больших рифов и камней в океане. Поэтому нужно с осторожностью выбирать место для плавания. Можно спросить у местных или понять по скоплению людей, где купаться будет безопасно. Одно из безопасных мест для плавания – бухта с прикормленными черепахами. Но тут ровное, камней практически нет. И бонус в виде больших черепах никого не оставит равнодушными. Вся городская жизнь сосредоточена вдоль загруженной дороги Тангали-Роуд, которая соединяет Матару и Тангали. Здесь множество небольших лавок, где можно купить фрукты, овощи и питьевые кокосы, которые вскроют для вас прямо на месте, с помощью ножа, похожего на мачете. Кроме фруктов, многие местные жители продают рыбу, выловленную на утренней рыбалке. На улице шумят мопеды, тук-туки и большие разукрашенные автобусы. Это местные короли дорог, которые называют крейзи-басами. Стоит немного пройти от дороги в сторону пляжа, как весь этот шум и городская суета исчезает и забывается. По дороге можно встретить много разной живности.
обезьяны, вараны, павлины, мангусты – это обычные обитатели этой местности. После захода солнца большинство туристов проводят время в отелях, либо за ужином в многочисленных местных кафе и ресторанчиках. Можно также выйти прогуляться вдоль дороги к центру поселка. Все еще открыты магазинчики, шумят тук-туки на дорогах, суетятся местные жители, разбавляя спокойную атмосферу ночного города. В местном ресторанчике нам принесли тетрадь с отзывами туристов, которые побывали в этом заведении. Выглядит очень мило. Мы тоже не поленились и написали много приятных слов. Пообедала в этом кафе. Очень вкусно, все понравилось. Заботливый и доброжелательный официант. Основные блюда в ресторане – это морепродукты. На выбор принесут крабов, лобстеров, креветки и рыбу. Из мяса есть только курица карри. Все стоит недорого. Можно есть крабов и креветки хоть каждый день, пока не надоест. Путешествие в Эллу начинаем в отеле Элла Маунт Хевен. Собираемся подняться на Малый Пик Адама, увидеть водопад Равана и Диалума, а уже после прокатиться на поезде и увидеть тот самый девятиарочный мост. Элла – это маленькая высокогорная деревушка, является одним из самых красивых и атмосферных мест Шри-Ланки. Здесь уникальный климат и совершенно особая атмосфера. Расположена между двумя горными пиками – Малым пиком Адама и скалой Элла-Рок. Это одно из тех очаровательных мест, ради которых мы отправляемся в путешествие.
дороге. Прогулявшись вдоль чайных плантаций, собираемся на вокзал, чтобы на поезде проехаться по знаменитому мосту. Поезд выезжает из тоннеля, дальше делает круг, объезжая небольшую гору, и уже после прибывает на станцию. Пикадама – гора на острове Шри-Ланка. В переводе сингальского означает «долина бабочек». Бабочек мы здесь не увидели, но виды открываются. Потрясающие! Малый Пикадама – природная обзорная площадка, расположенная на высоте 1140 метров. На вершину ведет непростая тропа. Подъем занимает около получаса. С высоты открываются потрясающие виды на гору Эллы и окрестности деревни. Девятиарочный мост на Шри-Ланке еще называют мостом неба. Самое интересное действие здесь – это проход поезда по мосту. В это время здесь собирается огромное количество людей, так что лучше заранее занять место, чтобы сделать красивое фото.
Ланкийцы очень добрые и скромные. Вот, например, мальчик с улыбкой на лице. Решил немного отойти в сторону, чтобы не мешать сделать фото. Выглядел, конечно, одновременно мило и забавно. Приближаемся к финалу нашей поездки. Осталась последняя точка нашего маршрута. Водопад Диалума – второй по величине водопад Шри-Ланки. Его высота достигает 220 метров. Неподалеку от Диквелы находится необычный храм Будды. И мы, конечно же, не упустим возможность посетить это культурное место. Территория состоит из трех основных объектов. Храм с различными статуями, храм, изображающий ад, и огромная статуя Будды. Один из них пил алкоголь, а у женщины было много мужей. Много мужей, много мужчин, трудности перевода. Это подземелье описывает ад с экспозициями на тему монстры, грешники и адские муки. На стенах сделаны рисунки, где сверху показано какое-то событие, а внизу наказание, которое последует за это. Например, если захомутал бедное животное, в аду запрягут в телегу тебя. Если решил поохотиться, то в аду будут охотиться на тебя. И весь этот длинный мрачный коридор украшен рисунками такого рода. Смысл некоторых картин был непонятен, но в основном рисунки доходчиво объясняют, что такое плохо. Мы в одном из самых впечатляющих храмов Шри-Ланки – храме Вируканала Вахарам. Именно здесь находится самая большая сидящая статуя Будды. Высота ее достигает приблизительно 50 метров. У нас уже здесь была небольшая маленькая экскурсия, посмотрели с местным гидом, что внутри, и сейчас еще поднимемся на саму статую. Рядом с храмом живет большой слон, закованный в цепи. Позже мы узнали, что он служит монахом для церемоний и ритуалов. Слона очень жалко, хотя после храма Ады мы уже знаем, какое наказание последует за этот поступок.
Снова тук-тук. И снова нас ждет что-то яркое и интересное. Видели на карте, что неподалеку есть красивая лагуна. Незамедлительно отправляемся в эту локацию. Приехали в очень классное место, называется Blue Beach. Здесь такой необычный пляж с песчаной косой. Недалеко находится храм, а чуть дальше небольшой порт с очень красивыми лодками. В ту сторону мы тоже планируем прогуляться, посмотрим, что это за место. Несмотря на всю эту красоту, тут практически нет туристов. И лодки на пляже используются не для фоточек, а по прямому назначению. Похоже, что рыбалка здесь отменная. Местный рыбак, кажется, даже не удивлен такому улову. Казалось, что пристань какое-то туристическое место, но на самом деле все эти яркие краски – это просто местный колорит. Мы с Дондра – самая южная точка Шри-Ланки. Если посмотреть прямо, то дальше только Антарктида. До 2017 года подъем на маяк был возможен. Однако после его признали стратегическим объектом и официально закрыли для посещения туристов и местных жителей. Он функционирует и по настоящее время, являясь одним из четырех действующих маяков Шри-Ланки. Территория, где расположен маяк, небольшая, но мест для исследования предостаточно. Среди скал можно сделать красивую фоточку, а возле берега насладиться видом океана. Возле кокосовой кучи бегал большой варан. В погоне за ним оказались в таинственном подвальном помещении. Интересно, для чего же здесь нужна была тележка и этот зеленый мешок?
Начинался дождь. Решили его переждать в прилегающей к маяку деревушке. В этом месте ярко выражены те самые вещи, которые чувствуешь на Шри-Ланке. Теплый океан, мягкий песок, обилие зелени и рыбацкие лодки надолго останутся в воспоминаниях. А между тем дождь даже не думал прекращаться, а только усиливался с каждой минутой. Самое тусовочное и знаменитое место в Диквейле – это пляж Хирикети. Красивейшая бухта в форме подковы является одним из лучших мест для серфинга на Шри-Ланке. Это то место, где хочется знакомиться или просто быть среди людей, которых здесь действительно много, по сравнению с остальными пустынными пляжами Диквейла. Позади пляжа есть загадочное место со старыми брошенными постройками. Возможно, это след трагического события 2004 года, оставленный цунами. Мрачная атмосфера этого места разбавлена граффити и зеленью, постепенно поглощающей пространство внутри этой местности. Чувствуется тишина и безмолвие, несмотря на близость к шумному пляжу Хирикети.
Поездка в Гале – приятная однодневная экскурсия, которая позволяет немного отдохнуть от пляжа и узнать кое-что о местной истории и культуре. Здесь находится древний форт, который практически не изменился с колониальных времен. Форт представляет из себя целый городской район, называемый Старым городом. Фактически в его пределах находится весь туристический центр Галли. Галли – четвертый по величине город Шри-Ланки. Он был основан португальцами в 16 веке. Форт в этом городе является одним из самых привлекательных туристических мест Шри-Ланки и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Подлинную красоту старого города можно ощутить, гуляя по тихим улочкам и аллеям древнего форта. Царит тихая, почти романтическая обстановка, располагающая для длительных пеших прогулок. На облик города повлияли сначала португальцы, затем голландцы, а потом и англичане. В итоге получился уютный европейский городок с интересной архитектурой. Галли, или как его называют местные Голь, издавна известный портовый город Шри-Ланки, связывавший торговые пути из Европы в Азию, где останавливались персидские, арабские, римские и греческие суда. Можно сказать, что это целый комплекс достопримечательностей, ведь помимо самих стен и старинных построек, внутри находится несколько музеев, маяк, колониальная башня, Англиканская церковь всех святых и мечеть Миран-Джума. Добираться до Галли и возвращаться обратно в отель лучше всего на поезде, точнее местной электричке. Покупаем билет второго класса и наслаждаемся комфортной и приятной поездкой. Второй класс стоит вдвое дороже третьего, но зато людей в вагоне не больше, чем имеется посадочных мест. Сафари – единственный возможный способ познакомиться с удивительной природой национального парка Ялы. Территория заповедника большая, около 100 гектаров, и по времени поездка будет длиться около 5 часов. В парке обитают слоны, буйволы, олени, кабаны и множество разновидностей птиц. Увидеть леопарда или медведя-губача считается необыкновенной удачей. Thank you.
Ялом – одно из немногих мест Азии, где можно увидеть леопардов в их естественной среде обитания. Это редкий уникальный вид, который находится под угрозой исчезновения, называется цейлонский леопард. Нам повезло, увидели леопарда на дереве. Жаль, только мордочки не было видно, а только бочок. Во время сафари строго запрещено выходить из джипа, кроме единственной остановки на побережье. Здесь можно немного прогуляться и размяться, наслаждаясь пейзажами этого атмосферного места.
Пещерный храм Улхерегала-Вихарам построен на скале, высота которой достигает более 200 метров. Чтобы подняться на вершину храмовой скалы, необходимо преодолеть 550 ступенек. Согласно местным историческим документам, храм появился в 3 веке до нашей эры и представлял собой большой и богатый монастырь со множеством пещер и построек. Ланкийцы очень ценят это святое место и называют его «маленькой Сигерией». Вернемся к океану, к одному из самых атмосферных мест на юге острова, на пляж Сайленд. Пора прощаться с этим городом. Надеюсь, когда-нибудь вернемся сюда снова. Впереди новые приключения. Оставайтесь с нами. Скоро увидимся.